268 домов признаны аварийными в Чебоксарах. Из них добрая половина находится в микрорайоне Богданка. Большинство уже давно подлежит сносу. Городские власти обещают расселить жильцов этих домов к 1 сентября 2017 года. В рамках муниципальной программы планируется переселить жильцов этих домов постепенно. Для 15 семей из аварийных домов Чебоксар уже куплены квартиры в микрорайоне «Новый город». Они смогут переехать туда уже до Нового года. К концу 2014 года будут расселены жители 41 дома. Переселение жильцов из домов в районе Богданки является наиболее приоритетным, так как уже в 2009 году эти дома были признаны опасными для проживания. Именно на них и будет сконцентрировано особое внимание, утверждают в администрации города.